И в продолжение темы участники международного форума прикаспийских стран посетили Назарбаев интеллектуальную школу. В ходе посещения иностранным гостям рассказали о методах и особенностях преподавания, продемонстрировали учебные классы, кабинеты, лаборатории, ознакомили с оснащением самого учебного заведения. Ну а там же состоялась конференция в формате TED. Напомню, что в рамках форума уже заключены меморандумы между молодежными организациями Казахстана и Азербайджана. Я думаю, что в рамках молодежной политики это как раз-таки та сфера, где можно реализовать совместные интересные проекты, которые этим целям послужат. И я то, что мы видели вот сейчас в этой школе, то, что мы сегодня слушали во время открытия форума, я думаю, что в рамках этих дней наши представители, представители казахской стороны, получат возможность для обмена информацией, опытом работы, что мы делаем в сфере молодежной организации.